Вакансии, которые предлагают санатории и гостиницы, традиционные. Это горничные, уборщицы, работники кухни. Большой банк предложений на ярмарке представил и пенсионный фонд. Работу предлагают юристам и экономистам. Еще в числе работодателей Почта России и вневедомственная охрана. Кроме того, сегодня на ярмарке провели и собеседование по скайпу. Работодатели вышли на связь с городами Краснодарского края. Видеосвязь – удобная форма проведения собеседований для иногородних соискателей, отмечают в Центре занятости. Видеособеседование с 12 центрами занятости, то есть у нас будут представлять работодатели КП «Отель Менеджмент», которые сейчас есть потребность, и они предоставляют жилье для иногородних. Соответственно, естественно, и в первую очередь мы обращаемся с соискателем Краснодарского края, чтобы они могли, имели возможность поработать на сезон, ну или на постоянное трудоустройство, если их это устраивает. Много вакансий на объектах, которые строили к Олимпиаде. Работу также предлагают гостиницы и отели. По-прежнему в банке вакансий Центра занятости есть предложения для инвалидов и пенсионеров.